Инновационный тренажер для лечения больных детским церебральным параличом появился в одном из социально-реабилитационных центров в Люберцах. Уникальное оборудование приобрели депутаты Московской областной думы по просьбе местной жительницы. Просто счастливы, да? Я не знаю. Ты знаешь уже, да, где старт? Фатиме Яхияевой 9 лет. Со страшным диагнозом ДЦП она живет с рождения. Но девочка не сдается и не опускает руки. Вместе со своей семьей она борется с болезнью. Надо фиксировать ножки. Головку поприжи за лобик. В этот центр Фатима вместе со своей мамой ходит уже 2 года. Девочка лечится здесь бесплатно и проходит полный курс реабилитации. А теперь, когда в учреждении появился этот инновационный тренажер, надежды на улучшение состояния здоровья ребенка стало еще больше. Попросила о том, чтобы Дмитрий Валентинович помог приобрести этот тренажер. И вот потом буквально через, получается, 1,5 года мне сказали, что вот-вот уже покупает этот тренажер. И, конечно, мы очень благодарны ему. Этот тренажер заставляет работать все мышцы рук, суставы все работают и ноги, потому что вот как велосипед крутится и ручки, и ножки. Тренажер действительно очень эффективный. Он помогает не только больным ДЦП, но и людям с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он очень удобен в использовании. Его можно подкатить куда угодно, например, к кровати или койке. Кроме этого, у него масса других достоинств. Аппарат, он не столько уникален, сколько он создан специально под проблему. То есть это проблема опорно-двигательного аппарата, больные неврологические тоже могут на нем работать и с любыми контрактурами после травмы. Посмотреть на аппарат и узнать мнение сотрудников реабилитационного центра о его работе лично приехали депутаты Московской областной думы Игорь Кахан и Дмитрий Денисько. Увиденным остались довольны. Мне очень понравилось, что это наш отечественный производитель. Да, это и тема гарантии, это и тема запасных частей, это и тема обучения. То есть и сотрудники центра подтвердили, что они находятся на постоянной связи. Один телефонный звонок, специалист подъезжает. Увидели, как занимается ребенок, да, что развивает этот аппарат. И очень радует, что у ребенка с момента приобретения аппарата налицо прогресс в двигательной системе. Уникальный аппарат был приобретен на средства, которые ежегодно выделяют депутатам Московской областной думы. По деятельности каждого из них закладывается 15 миллионов рублей. Депутаты тратят эту сумму согласно потребностям жителей. Несколько спортивных площадок в школах, по детским садам. У нас теневые навесы, ремонт благоустройства прилегающей территории детских садов. В одном садике, я помню, пищеблок, но это, скажем так, уже потому что там очень критическая ситуация, нас очень просили где-то там видеонаблюдение. В один детский садик даже игрушки мы приобретаем, то есть попросили. Кроме этого, на материальную помощь малообеспеченным жителям, попавшим в трудную ситуацию, выделяется 2 миллиона рублей. Также депутаты планируют сделать площадку для спорта и выступлений в одном из детских домов творчества на территории округа. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.